июле Харцизский горводоканал получил по гуманитарной линии две электролизные установки, применяемые для очистки и обеззараживания воды в городских водопроводных сетях. Габаритные и довольно дорогостоящие устройства были доставлены на предприятие Международным комитетом Красного Креста. Их использование, как отмечают специалисты компании «Вода Донбасса», даст возможность без применения вредных химических веществ, таких, например, как активный хлор, поддерживать качество питьевой воды в Харцизске, определенное санитарными нормами. КУ-800 – это значит электролизная установка производительностью до 800 грамм по активному хлору в час. То есть одной установки нам хватит для обеспечения необходимой концентрации обеззараживающего реагента на сутки вполне. Одна установка у нас будет работать рабочая, одна резервная, на случай поломки одной из установок. Принцип действия агрегата основан на электролизе раствора поваренной соли в специально подготовленной воде и получении гипохлорита натрия. Новый способ дезинфекции воды работает точно так же, как и с использованием хлора, но при этом он значительно безопаснее, отмечает Константин Хмель. Установка – это подстраховка. На зимний период я не думаю, что она будет в работе, потому как доза хлора, которая приходит с макеевских фильтровальных станций, в зимний период у нас вполне достаточно для того, чтобы до самых дальних точек обеспечить воду соответствующего качества и соответствующей, с нужной концентрацией обеззараживающего реагента. Это как бы у нас будет запас, можно так сказать, на летний период в основном, когда очень высокая хлоропоглощаемость, когда возможны какие-то подсосы, водоводы. Сами мы знаем, что у нас трубы далеко не новые. Вот. Это будет хорошим подспорьем. Я думаю, у нас как не было, так и не будет никаких ни очагов, там, никаких проскоков по отклонениям по бак-показателям. Новая установка будет смонтирована в здании бывшей хлораторной, расположенной на территории водопроводного узла насосной станции. Сегодня специалисты горводоканала совместно с сотрудниками управления «Донбассводоремонт» приводят помещение в порядок. Монтаж агрегата и все необходимые пусконаладочные работы планируется завершить к середине октября. Сегодня утром 9 августа из-за аварии на собственной телекоммуникационной сети Vodafone на территории Луганской Народной Республики пропала связь украинского мобильного оператора в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи республики. Как стало известно, авария произошла из-за полного отсутствия электропитания на одном из узловых сайтов украинского оператора на территории ЛНР. В настоящее время электропитание сайта возобновлено. Идет постепенное восстановление связи на территории обеих республик, говорится в сообщении. До начала нового учебного года остаются 3 недели. Еще меньше времени до так называемой приемки школ. Уже с понедельника, 13 августа, управление образования совместно с представителями горадминистрации наведается в учебные заведения Большого Харцизска, чтобы убедиться в их готовности к проведению учебно-воспитательного процесса. В 6-й школе к привычному ежегодному косметическому ремонту добавилась еще одна проблема. Точнее, свалилась, разве что не на голову школьникам, еще в 3-й четверти. По счастью, никто не пострадал. Шум урок, дети услышали треск, на шум сообщили это учителю, учитель все это сообщил администрации школы, быстренько эвакуировали всех детей, вот, и вот что произошло, это произошло, обвалился потолок. В конце 3-й четверти школа осталась без кабинета истории. Но к новому учебному году проблема будет решена, обещают подрядчики. Так что развешивать политические карты в кабинетах информатики или музыки уже не придется. В 10-й классной комнате на смену штукатурки пришел гипсокартон, всего 48 квадратных метров. Коллектив школы надеется, что ЧП не повторится в других помещениях, хотя искоренить все предпосылки вряд ли удастся. Идут военные действия с 2014 года, какие-то колебания, возможно, это повлияло. Плюс железная дорога рядышком находится, тоже колебания идут, постоянное движение поездов. Ну и одна из причин то, что школа построена в 1939 году и то есть требует уже ремонта.
Силами коллектива учреждения и, конечно, не без помощи родителей, школьные кабинеты и здания в целом к 1 сентября будут готовы принять более 200 учеников. В Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР подвели предварительные итоги зерноуборочной кампании 2018. Урожай ранних зерновых и бобовых культур собран на 114 тысячах гектаров, то есть с 80% посевных площадей, и составил 200 тысяч тонн продукции. Показатель урожайности 18,8 центнеров с гектара. Это на 42% ниже, чем в прошлом году. Затяжной холодный период весной, а затем длительная засуха привели к критическому недостатку влаги в почве и снижению урожайности, что, в свою очередь, отразится на росте себестоимости сельхозпродукции. В среднем по ДНР показатель урожайности пшеницы в нынешнем году составил чуть больше 20 центнеров с гектара. На 1 августа аграриями республики собрано более 160 тысяч тонн пшеницы. Необмолоченными остаются 12% посевных площадей. Сегодня горожане, страдающие аллергией, стараются лишний раз не выходить из дома, а ученые не один десяток лет ломают голову над изобретением совершенного лекарства от этой напасти. Август в нашем регионе – традиционное время буйного цветения амброзии. Это с виду ничем не примечательное растение в летнее время заставляет чихать и плакать сотни жителей города. Бороться с сильнейшим природным аллергеном стараются коммунальщики стимула, решить сезонную проблему вручную пытаются и многие простые хартизяне. Призывы объединиться и искоренить в городе вредную траву появились и в соцсетях. Все соцсети гудят о том, что очень много амброзии, но никто не выйдет и не вырвет хотя бы два кустика. Поэтому я решила бросить клич в соцсети, акции «Амброзии нет», чтобы каждый гражданин нашей республики, я не только в Харцизске бросила этот клич, вышел и хотя бы два кустика вырвал. Если мы каждый сделает это, то, я думаю, мы поможем и себе, и нашим детям, сделаем воздух чище, потому что это растение очень вредоносное, мы все знаем. Вот, и коммунальщики не смогут бороться с ним в полной мере, а с каждым годом его становится все больше и больше. Здесь статистику не нужно вести, это видно вот невооруженным взглядом. И в центре города частный сектор. Акцию «Амброзии нет» сегодня поддержала съемочная группа нашей телекомпании. Откликнулись на призыв Юлии Сулим в соцсетях и многие другие хартизяне, которые уже прислали в рубрику «Очевидец» видео, в котором сорняк уничтожают и косой, и вручную. В условии акции берем мобильный телефон, обязательно с корнем вырываем амброзию, хотя бы несколько кустиков, фотографируем и выкладываем в соцсети. А почему с корнем? Потому что если ее косить, она тут же начинает расти и еще больше дает цветов и по итогу семян. Юлия Сулим отметила, что принять участие в акции по борьбе с амброзией может любой желающий, независимо от пола, возраста и социального статуса. Размещайте свои фотоотчеты в соцсетях с хэштегом «Амброзии нет».